Комплект для домашнего кинотеатра из центральной и тыловых колонок. В этом видео поговорим про аудиосистему Yamaha NSP-51. Комплект поставки включает центральную колонку и две боковых, а также набор кабелей, защитные решетки, крепления для центрального канала и документацию. Итак, перед нами комплект дополнительных колонок для создания многоканальной системы звука на базе напольных колонок Yamaha NSF-51. Набор включает в себя колонку центрального канала и две окружающих колонки. Этот комплект можно использовать и с другими фронтальными акустическими системами средней мощности от 50 до 100 Вт. Колонки относятся ко второму полосному типу акустики и имеют магнитную защиту от внешних помех, что позволяет устанавливать их в непосредственной близости к другим видам оборудования – телевизорам, усилителям и так далее. Рабочая мощность центрального блока 60 Вт, боковых колонок 50 Вт. Данные колонки можно использовать и отдельно от напольных колонок и сабвуфера, но полноценно они раскроются только вместе с полным комплектом для домашнего кинотеатра. Таким образом, перед нами отличное дополнение для напольных колонок бренда, позволяющее создать качественную систему домашнего кинотеатра в домашних условиях.